уже чувствуем приближение осени. И вечерами становится все прохладнее. И знаете, вот когда я вижу такие комплекты постельного белья и такую атмосферу, я сразу вспоминаю свою бабушку. Она пекла такие чудные ароматные пирожки, выносила их, приготовленные, естественно, своими руками, и выносила самовар с жостовской росписью. Сейчас многие дизайнеры используют такой рисунок в интерьере и покоряют им весь мир. И сегодня мы хотим подарить вам душевное тепло и согреть вас. Нашим главным товаром дня это комплект постельного белья «Яркий цветник», представленный по одной цене 999 рублей за любой размер, полутораспальный, двуспальный или евро. Рассказывает о нем сегодня Анна Фатиева, владелица собственного ателье, эксперт нашего телеканала и просто девчонка, которая всегда создает красивую атмосферу в любом доме. Наряжать нужно не только себя, но и вашу спальню, тем более делать это в модных трендовых тенденциях. Стиль а-ля Рус популярен не только в нашей стране, его очень ценят именно европейские дизайнеры. Жостовская роспись 1825 года как появилась, так прочно оставила след в наших сердцах, потому что это красиво, это красочно, это сочно, это добрые сны, которые будут вам сниться. Это еще и микрофибра, не только комфортное полотно, которое подарит абсолютное качество сна, но еще и свободное время, потому что это малосминаемая ткань, которую посмотрите, вам даже не придется гладить, на ней не остается заломов, у вас намного больше свободного времени. Ну и, конечно, качество продуманных деталей, которые также и этот комплект, который, кстати, между прочим, я напомню, еще имеет две стороны, то есть вы всегда меняете свое настроение, все детали, все швы, все продумано до мелочей для того, чтобы вы наслаждались длительное время комфортным и мягким сном. Насладитесь и откройте для себя таинственный и волнующий мир традиционного жостовского букета и насладитесь многообразием красок. У нас есть два цвета вот сейчас, но какой близкий, какой родной, проверен многовековой историей. Жостовский рисунок сегодня для нас это единая цена за любой размер. Вот они два цвета, черный цвет, яркий, невероятный, знаете, настолько он действительно по-родному как-то вписывается в каждый интерьер и что-то вот, знаешь, такое традиционное, как к истокам мы возвращаемся, сразу вспоминаешь бабушку, прабабушку, когда у них стояли вот наши подушечки уголочками. И вот они размеры. Уже мы видим бежевый цвет на экране, полутораспальный, двуспальный, евро. И это одна цена на любой размер. 999 рублей. И евро размер 999 рублей. И полутораспальный, и односпальный. А 13 августа, когда впервые этот комплект был на экранах, вы не представляете, что произошло. Потому что я сама была тогда за кадром и видела все, что происходило в эфире, что происходило за эфиром. Это был настоящий бум. Такой ажиотаж в колл-центре, было продано 1000 таких комплектов. Дозвонитесь, и вы прямо сейчас делаете свой первый заказ. Слушай, ну такая красота, сразу действительно вспоминаю, что ты русская. У меня подружка живет в Германии, она из Омска, они уже много лет. И она говорит, а есть у тебя что-то родное русское, платок русский, можешь прислать? Вот именно такой, с красивыми расписными цветами и бутонами. Настолько этот действительно стиль поражает весь мир. И это абсолютно так, это стиль а-ля Рус, невероятно популярный во всем мире, и вот он именно про правда возвращает нас к истокам. Он всегда дарит чувство уюта, чувство тепла, самые светлые и добрые воспоминания. Именно поэтому в Европе его также оценили, как и в нашей стране. Это яркие краски, это яркое настроение, это оттенки хороших, добрых снов. И при этом, при всем, это тот самый вариант, который позволит вам абсолютно комфортно ложиться, будто на цветочную поляну, если устали от ярких красок. Ткани, компаньоны, и то, посмотрите, даже здесь не однотонно. Шикарные. Идеальное сочетание у нас с вами с простыней и наволочками. Здесь у нас дамасский рисунок на золотисто-песочном цвете. Смотрится дорого, то есть, по сути, это целых два дизайна. Конечно, это два настроения, два комплекта. Хочется спокойствия, вы переворачиваете и получаете вот такой золотистый рисунок в дамасском стиле. Ну и, конечно, переворачивая на оборотную сторону, вы получаете окунуться в русские традиции и истории. Но многие спрашивают, девчонки, а черный цвет и яркие краски? Как это будет в быту? А если вдруг белая пижама? Не останутся ли все эти краски потом на мне? Ожидаемый вопрос, и мы к этому тоже подготовились. Смотрите, комплект вот этого постельного белья, он еще не проходил стирку. Именно на таком комплекте можно понять, насколько качественные красители. Это высококачественное красильное оборудование, еще и гипоаллергенные краски, белая перчатка, и цветы, и на черном фоне сейчас везде проведу, посмотрите, даже не жалея, прикладывая усилия, и мы получаем идеально белую перчатку, то есть никаких следов. А это значит, что краски не оставят
следов на вашей пижаме, на вашем теле и не исчезнут с годами после стирки. Вот как жестовский поднос. Вечен, так по сути комплект. Слушайте, ну какая красота, вот такое многообразие красок, такие совершенные формы, простые, сложные, ясные, изощренные, такая игра цвета, игра тени. Вот знаете, такие изгибы лепестков и разнообразие красок, они просто зовут и манят. У нас сегодня с вами есть целый комплект постельного белья, это простыня цельнокройная, это две наволочки 70 на 70, и это пододеяльник двусторонний, но к ним забирают еще и фотошторы, тоже они называются яркие цветники, это две портьеры 142 на 260 сантиметров и уже на шторной ленте. Готовое, яркое, стильное решение, которое пока говорит вам о богатстве вечно меняющейся природы и жизни. Как бы ни менялась жизнь, искусство все-таки остается вечным, и такой рисунок, конечно, он всегда будет радовать нас. Вы знаешь, такие эффектные, стильные, красивые мотивы, которые подарят нам настроение. Но подарит ли нам хороший сон постельное белье? Вот в чем вопрос. Ты знаешь, когда мы имеем дело с микрофиброй, мы понимаем, что это не только ткань с повышенной комфортностью, потому что это такое ощущение, что вы прикасаетесь к лепестку розы. Это дышащее гипоаллергенное полотно, которое никогда не позволит вам испытывать дискомфорт, даже если за окном жаркие ночи, например, наоборот. Так. Когда нас ждут холода. Но я обожаю практичный умный текстиль. Малосминаемое полотно из микрофибры не подвержено никаким механическим воздействиям. Посмотрите. И на этой ткани не остается заломов, вот поэтому вам не нужно ее гладить. Кроме того, что вы 2 недели в год экономите, вы всегда ложитесь спать в опрятную постель, которая хорошо выглядит, будто только что выглаженная. И спать намного приятнее. Конечно, это приятное ощущение. У нас, кстати, есть еще и отзывы, которые присылали нам наши телезрители. И вы успеете оставить отзыв. 999 рублей. Это единая цена на любой размер ткань, которая не мнется, быстро сохнет, которая не выцветает, которая подарит вам ощущение ярких красок. И, знаете, такое волнующее ощущение спать. Вы сможете в ней очень хорошо. А вот у нас уже наш отзыв от Звенигорода. Анна Вячеславовна написала: этот комплект просто невероятный. Мой выбор — роскошный черный цвет. Два цвета — черный и бежевый. Успейте дозвониться прямо сейчас, делайте первые заказы, добирайте до бесплатной доставки и наполните свой дом роскошью русского творчества и искусства.